Полина Копылова уже 3 года занимается музыкой, играет на скрипке. На региональном конкурсе выступала впервые и сразу успешно. Полина стала лауреатом первой степени. Ну, все равно это потому, что был первый конкурс. А дальше хочешь в конкурсах принимать участие? Очень. Еще одна обладательница диплома лауреата первой степени – Маша Антропова. Для нее этот конкурс также стал первым в музыкальной карьере. Эмоции только положительные. Понравилось, там было красиво. Залы были красивые. К фестивалю-конкурсу «Краски нашего детства» юные музыканты со своими педагогами готовились тщательно. Каждый выбрал для себя пьесу именно для конкурса. Произведение должно быть даже чуть выше уровня участника, говорят педагоги. Сам конкурс, я считаю, удался, и результатами мы довольны, учитывая то, что, в общем, некоторые ребятки первый раз принимали участие в конкурсах такого уровня, первый раз выезжали за пределы школы и, в общем, выступили достаточно успешно. Конкурс сам проходил в старинном особняке, в котором располагается дом актера. Ну, пофотографировались, конечно, там лестницы замечательные, интерьер, и на старинных роялях играли. Большое впечатление на участников произвел дом актера, на площадке которого проходил конкурс. Здесь особая атмосфера, рассказывают музыканты детской школы искусств. Этот конкурс был не похожим на все, потому что было не в каком-то большом зале, а было в доме актера, в котором жили знаменитые люди. Там стояли много разных инструментов. Понравился. Красиво в этом доме актерам. Дом актера был не такой и большой, но там были такие большие, красивые залы. Там на первом этаже играли пианисты, а на втором этаже виолончелисты. Родители во время выступлений своих детей испытывают другие эмоции, признается мама Данила Руфина Коробейникова. Она переживает за сына и хочет, чтобы он сыграл на сцене точно так же, как на многочисленных репетициях. Больше родители переживают, чем дети. Но для детей это привычно, они часто и выступают везде, на конкурсы ездят. А мы переживаем дома, пока репетируем, потом, когда там выступают, прям аж дыхание иногда задерживаем и сами переживаем за каждую нотку. Конкурс «Краски нашего детства» дает возможность детям выступить перед компетентным жюри, среди которых есть преподаватели Уральской государственной консерватории. И вполне возможно, что кто-то из этих ребят станет профессиональным музыкантом. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости «Твой день».